Название ее — «Изумительный Коран». Написал ее канадский ученый Миллер, который взял на себя обязательство выискать ошибки и недостатки Корана в самом же Коране для того, чтобы дискутировать с мусульманами, с учеными, которыми дискутируют относительно Корана. Он был убежден, что Коран — это обман, то, что это слова Мухаммада, которые не посылают ему шайтаны, а не небесное послание. Он был уверен в этом и дискутировал, будучи очень фанатичным в этом, стараясь доказать это. Говорит он, и взял я Коран. Говорит он в своей книге. Взял я один из переводов Корана. И первое, что я увидел, открыв Коран, застигнуло меня врасплох. То, что в суре, которая была передо мной, говорилось. Это писание, в котором нет сомнения. Сказал я. И взяла меня злость. Нет сомнения? Это вызов? Кто ты такой, Мухаммад, чтобы бросать вызов всему миру и говорить, что в книге, которую ты написал, нет сомнения, нет ошибок в ней? Кто ты такой? И говорит он, усердствовал я в этом, чтобы доказать Мухаммаду и миру, что эта книга переполнена ошибками, обманом и сомнениями. Говорит он, стал быстро перелистывать Коран и удивился, наткнувшись на суру Марьям. Сура называется Марьям. Я удивился. Начал быстро перелистывать страницы Корана, который был передо мной, и искал суру с названием. Название какое ее? Браво! Громче! Аиша! Да! Он знает, что Аиша самая любимая для Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И раз эта книга, книга Мухаммада, то раз он написал суру Марьям, то и напишет суру Аиша. И он говорит, начал искать, смотреть страницу за страницей, воспользовался поиском и не нашел упоминания имени Аиша в книге Мухаммада ни одного раза. Не то, что название суры, даже аята. Обнаружил, что имя Марьям в аятах упоминается 4 раза, а Аиша ни одного раза. Тут образовался первый знак вопроса и десятки восклицательных знаков. Смотрите, как бывает, если Аллах пожелал своему рабу прямого пути, если захотел Аллах вбросить в его сердце свет, свет ислама. Говорит он, начал искать имя Исы, алейхиссалям, и обнаружил, что оно упоминается в Коране 25 раз. И сразу же начал искать имя Мухаммад, и обнаружил, что оно упоминается 4 раза. Разве логично то, что Мухаммад упоминает Ису 25 раз, а себя упоминает всего 4 раза? Тут образовался второй вопросительный знак и десятки восклицательных знаков. О, мои братья, мои сестры, я не просто рассказываю вам красивую историю. Я хочу, чтобы ты вдумался в цель, ради которой я привел вам эту историю Миллера. Это то, как он смотрел на Коран, как думал, может быть, эти мысли не придут в голову мусульманина. Возможно, ты никогда не сделал бы таких сравнений. То, что удивительно, говорит он, читая аяты, я обнаружил, что в них говорится о шайтанах. И то, что аяты Корана предостерегают от шайтанов, и не следуйте по стопам шайтана, воистину он для вас явный враг. Говорит, разве логично то, что шайтаны, которые не спасают аяты Мухаммаду, предостерегает от самих себя? Тут образовался еще один знак вопроса. Ни один человек, который читает, используя разум, раздумывая. Посмотрите, как наслаждаться Кораном, как переживать его красоту, восхищаться благословенным Кораном. Говорит, быстро перелистывая, я дошел до последних маленьких сур. Открыл суру Масад. Прочитал ее. Да пропадут пропадом руки Абу-Лахаба, и сам он пропал. Кто такой Абу-Лахаб? Привлекло меня его имя. Начал искать в поисковике и среди биографий, чтобы прочитать, кто такой Абу-Лахаб. И говорит, я был ошеломлен, когда узнал, что Абу-Лахаб — это дядя пророка. И еще больше был удивлен, то, что наши цели с ним совпадали. Он сильно желал изобличить Мухаммада и оболгать Коран. Каждый раз, когда взбирался Мухаммад на гору Сафа или Марва, или другую возвышенность, чтобы донести до людей аяты из Корана, Абу-Лахаб стоял в первом ряду. И как только заканчивал, Мухаммад говорил, «Не верьте ему, это мой племянник, это самый близкий ко мне человек, я знаю его, в нем сидит джин, он больной, он не в себе», и так далее. Совпадали их цели.
совпадало желание Миллера с желанием Абу-Ляхаба. Говорит он, еще больше меня поразил Абу-Ляхаб, и продолжил я читать про него. Я был удивлен и поражен, когда узнал, что Абу-Ляхаб прожил после ниспослания суры Масад 10 лет. То есть то, что сура Масад была ниспослана за 10 лет до смерти Абу-Ляхаба. Почему он был удивлен? Что его удивило? Что это означает? Не принял ислам. Не принял ислам, хотя бы притворившись. Даже не подумал об этом. Миллер говорит, Абу-Ляхаб даже не подумал хотя бы раз обличить Мухаммада, имея такую возможность, сказав, «О люди! Мухаммаду была ниспослана сура, в которой говорится, что я умру неверующим, и то, что я попаду в пламенный огонь. И вот я заявляю вам то, что я принимаю ислам. Хотя бы для того, чтобы обличить Мухаммада и оболгать Коран». И говорит Миллер, «Я не нашел, чтобы он сделал это, или хотя бы даже подумал об этом». И тут я понял, что эти слова... И эта книга не может быть придумана человеком. И понял, что это небесное послание, и засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. О Аллах, о мои братья по вере, о мои сестры! Это раздумывание от Корана, это способ его чтения и наслаждения и размышления заставило этого упрямого ученого перевернуть свою жизнь с головы на ноги. И переменилась его жизнь, и стал он одним из верующих единобожников. И стал он, как упомянул в этой же книге, спорить со своими бывшими друзьями, чтобы доказать им, что эти слова — слова Аллаха. Разве не затронет Коран то положение, в котором мы находимся, и наши сердца? Сколько раз мы читали Коран, размышляя? Сколько раз останавливались над аятами? Сколько раз мы размышляли над ними? Сколько раз мы также смотрели на Коран? Какое влияние оказывает Коран на нашу жизнь? Какое влияние оказывает аяты Корана на наше поведение?